Привет! Вы снова на канале Cherry OPS. Сегодня я продолжу отвечать на ваши комментарии. Причем, ребят, спасибо вам большое всем, кто писал. Вы написали мне очень много вопросов. И я обязательно на все отвечу. И, кстати, я знаете, что хочу еще на днях снять, наверное? Еще одну часть игры «Правда или действие». Как вы на это смотрите? Если хотите, то пишите в комментариях задание для участников. Итак, а я начинаю. Если что, буду по порядку читать и отвечать. То есть, кто написал первый, те комментарии, вопросы я читаю первыми и так далее. То есть, все по порядку. Первое. Вопрос от канала «Хулиганчик». То, что на английском прочитать я не могу. Да ладно. Давно увлекаешься LPS? Поэтому я увлекаюсь чуть больше года. Вот прям, чтобы увлечься так, знаете, и начать собирать. Как начала собирать, так и канал создала. Следующее. Есть любимый пэт? Если из моих пэтов, то... Ну, всех люблю, наверное. Очень люблю коровку свою. Люблю белого кота очень сильно, несмотря на то, что нос подкрашен. Я говорю, что не люблю, терпеть не могу, когда у пэтов именно подкрашен. Не стерт нос, а именно подкрашен, понимаете? Знаете, с одной стороны, даже прикольно, когда нос стертый, потому что сразу видно, что пэт такой более, ну, не новый, да, то есть ты им снимаешь там и так далее, то есть как-то так. Ну, а вот именно подкрашенные я говорю, что терпеть не могу, но я не знала, я это говорила, и я даже подумать не могла, что моего белого котика нос подкрашен. Вы понимаете, я говорю, что я ненавижу пэта с подкрашенными носами. Но это исключение. Я сейчас не скажу, что я прям терпеть не могу. Мне кажется, мнение уже переменило. Потому что у белого кота все прекрасно как бы. Главное, знаете, подкрасить аккуратненько. Когда, если человек как бы первый раз будет красить, то понятно, он там накрасит непонятно что. Даже если это просто нос. Я уже молчу про какие-то там лаки, которые я тоже делать не умею. Я говорила, ну да ладно. А если из пэтов, которые хотелок я бы хотела, то у меня есть два любимых пэта. Это две стоячки. Такие серые. Я говорю, одна с коричневыми глазами, вторая с голубыми. Я их пытаюсь сейчас себе найти, мне они не нужны. И в ближайшее время моя цель купить эти стоячки, потому что они мне будут нужны для сериала. Очень нужны. Других героев и не вижу. Итак, продолжаем. Каких LPS-туберов смотришь? Уже говорила, что смотрю просто все подряд. Даже сериалы без декора, когда снимают на подоконниках, хотя зачем? Блин, зачем я это смотрю? Без понятия. Кто бы знал, я просто смотрю все подряд. В рекомендациях, зарубежных, хотя я не понимаю, о чем там говорится. Как бы, я смотрю просто все подряд. Правда. Что-то понравится, что-то нет. Спасибо большое за вопросы. Да, кстати, ребят, я сейчас просто читаю по порядку ваши вопросы. Просто смотрите, просто как по порядку оно идет, так я и буду читать. Потому что тут написано как бы... Практически все комментарии были день назад, поэтому я уж не разберу, кто был раньше, кто позже. Но, по-моему, правильно. Следующий вопрос от канала Юля DIY. Ведешь личный дневник? Да. Иногда. Сейчас у меня особо нет на это вдохновения, я больше снимаю. Съемками занимаюсь, придумываю сериалы. А это так просто на любителя. Ну, не как раньше. Раньше, да, раньше было классно. А сейчас это... Ну, скажем, я иногда, как бы, ну, не знаю, будет еще такое вдохновение, как раньше, я не знаю, правда. Мне сейчас больше нравится снимать, придумывать истории. Любишь танцевать и веселиться? Ну, как бы это ответить? Ну, да. Раньше, когда шли какие-то праздники, да, типа Новый год, там, я могла расслабиться, могла кайфануть. Но сейчас я не могу и сильно устаю. Даже не знаю, как объяснить. Жить в городе или в деревне? В городе. Потому что в городе, я считаю, вся жизнь. Кто бы там что ни говорил, но я выбираю жизнь в городе, потому что она круче, она интереснее, она прикольнее, ты можешь пойти что-то там, куда-то пойти. Есть люди, с которыми ты можешь пообщаться, да, в принципе, все такое. Хотя это не про меня пообщаться. Какое желание на ближайшее время? Давайте, это будет, надеюсь, материальное желание. Это не то, что расскажи и никогда не сбудется, да? Мне хочется улучшить свой контент на канале. Мне хочется 300 подписчиков. Да, и
Мне хочется купить новую мебель, новый декор, новых пэтов. Короче, я уже знаю, что я хочу, и теперь жду, когда я смогу все это осуществить. Что хочешь на ДР? Прикол, а ну где там у меня? Где-то за горами, за лесами? Что я хочу? Даже не знаю. А я не знаю, что я хочу. Может быть, много конфет? В большой коробке много конфет. Ну, не знаю, короче, я точно, что я хочу. Итак, продолжаю отвечать. От канала LPS Sunlove вопросы. У тебя есть LPS колли? Нету, но очень бы хотела. Есть такие колли, которые особенно сильно хочу. И надеюсь, что он у меня появится тоже. Пока что нет ни одного. Второе. Была ли в Париже? Если нет, то хотела бы. Не была. Хотела бы, да. Было бы, кстати, очень интересно взять пэтов и поснимать прям там. Знаете, где Эйфелева башня? По-моему, это так круто. Но я не знаю, смогу ли я, выпадет ли мне шанс когда-нибудь там побывать. Правда, было бы очень интересно побывать в Париже. Увлекаешься растениями? Если честно, то нет. Я к ним совершенно равнодушна. Есть, конечно же, красивые растения, есть красивые цветы. Цветы я, конечно, люблю, но растения вот всякие, я ими не увлекаюсь особо, да, их там строение, вот это все мне особо не интересно, правда. Идем дальше. Хотела бы снимать на другую тематику. На самом деле у меня есть второй канал, где я комментирую игры. Я не знаю зачем, просто я иногда люблю поиграть, мне это как-то расслабляет, иногда, не всегда. В основном я человек творческий, мне нравится снимать именно видео, это у меня с детства. Вот эта съемка видео, это я люблю с детства, но иногда я люблю просто зайти в игру и поиграть. Так вот, у меня была такая привычка, давно уже, я просто начинала комментировать, то есть я просто сама играла и комментировала. В итоге я поняла, почему бы мне не сделать канал, чтобы комментировать их там. Я это сделала, и все. Особо я как бы просто вот есть, да, я если играю, просто на запись, и я туда все это как бы выкладываю. Но этот канал, он не как этот, то есть этот канал, это как бы, это мой маленький мирок, а тот канал, это просто, ну вот он есть и все, знаете, просто я туда скидываю видео и все как бы. То есть я не живу как бы этим особо. А еще раньше у меня был канал влоговый, ну как влоговый, канал с всякими видео, где я снимала сама себя. Это было в году 18 по 19, и за год я всего набрала 18 подписчиков, представляете? Всего-то. Я как-то поняла, что это не мое. Может быть, я, конечно, любила, да, вот это мне интересно было снимать всякие видео. И как бы, знаете, было интересно их найти и посмотреть. Возможно, они у меня где-то есть. И просто было бы интересно посмотреть на себя, как я выглядела и все такое. Да и в целом. То есть этот канал, он у меня как бы, потом я его удалила, получается, и все. Как бы я уже собиралась его удалять, и тут мне написали хейтовый комментарий. Я такая, все, удалила. То есть, понимаете, последний был, и все. И я не знаю, хотела бы я опять снимать себя? Наверное, нет. Потому что вот именно в съемке с пэтами, да, мне как бы комфортно, поскольку люди оценивают качество видео, съемку, монтаж, да, там. Кстати, извините за перепачканный ошейник, я попытаюсь его потом отмыть. Просто это из игры «Правда или действие», когда я перепачкала его мукой, кто помнит, так и не очистился. Но я надеюсь, что это временно. Я его, конечно, постараюсь почистить. Просто эта кошечка, она у меня, ну, в ошейнике. Она вот как приехала ко мне в этом ошейнике, так и в нем уходит. Так вот, а в реальном канале оценивают, как ты выглядишь именно, понимаешь, твою внешность. Во сколько лет начала коллекционировать LPS? Начала год назад, ну даже немного больше. Продолжаем. Последний вопрос. Ты знаешь только русский язык? Знаю только русский язык, и все. Следующий вопрос от канала LPS Lollipop Studio. Спасибо за вопросы. Итак, есть ли второй канал? Да, уже про это говорила, то что есть. Но особо я им не занимаюсь иногда. Как бы, ну блин, какая там будет аудитория, мне в принципе без разницы. Мне также без разницы, даже смотрят меня там или нет. Потому что, ну канал и так как бы он умерший уже, понимаете? Он реально умерший. Просмотры там маленькие набираются, или вообще их не набираются.
Но на одном видео почему-то оно как-то выстрелило, как-то зашло и там аж 1000 с чем-то просмотров. Представляете, у меня даже на UPS-канале такого не было. Но это чисто удача была какая-то. И то просто просмотры, ни лайков, ни подписок с этого мне не прибавилось. Как обычно на UPS-канале. Здесь, в смысле. Так, есть ли какие-то хобби помимо съемки с пэтами? Помимо съемок с пэтами, я иногда пишу, как прошел мой день, например. Я люблю заброшки. Очень сильно люблю музыку. Особенно громкую. Там, снимать видео в основном, рассказывать о себе. Погулять тоже, но смотря где. Вот по заброшкам люблю также походить. Покажешь самого необычного пэта в коллекции? О, самого необычного? Даже не знаю. Необычного. Интересно. Ну, я даже не знаю. Может быть, необычного это, который такой весь блестящий. У меня была распаковка этого пэта. Или какого еще? Даже не знаю. Я не считаю, что кто-то из моих пэтов прям необычный какой-то. Может быть, необычные пэты, которые совсем старые, старая коллекция, у меня таких нет. И мне они не нравятся. И со снимающимися головами мне пэты тоже не нравятся. Тоже старая-старая коллекция. Я таких не люблю. А вот именно, чтобы из своей коллекции какого-то необычного, я не знаю, правда. Следующее. Сколько у тебя пэтов котят? Котят у меня где-то... Надо посчитать, ребят, надо посчитать. Потом, если хотите, я вам сделаю видео, где я считать буду своих котят вам показывать. Но нужно, чтобы их было больше. Сейчас их, наверное, где-то... Хорошо, сейчас посчитаю и скажу. Если из старой коллекции, то около 7, наверное. Где-то 6-7, вот так вот. А если еще из новой, то всего их где-то у меня, может быть, 12-11, где-то так. Итак, это были все вопросы от канала. Спасибо большое. А на сегодня я буду заканчивать. В следующем видео отвечу на остальные. Вы были на канале Cherry UPS. Всем пока!